Сегодня 15-й лунный день. Луна убывающая в знаке Тельца. Здравствуйте! Это день борьбы за справедливость, день терпения и любви. Благоприятен для работы над искоренением таких качеств, как вспыльчивость, нетерпимость. Считается, что в этот день нельзя есть яблоки. А согласно приметам, плохим знаком считается ссора. Но есть и хороший знак – встретить собаку. Следует ограничить в этот день употребление жидкости. По возможности заменить лекарственные средства на травяные отвары и настои. Если вы ведете активный образ жизни, желательно снизить физическую нагрузку. Сегодня можно только поливать и подкармливать комнатные растения, цветущие зимой. Помните о дополнительном освещении и влажности воздуха. Всего вам доброго!